расстроился вообще, что у тебя третье место? Как для тебя это было? Ну, для первых соревнований, конечно, не очень расстроился, но, конечно, немножко, да, было такое огорчение. Ну, я так понимаю, это тебе дало еще больше сил двигаться дальше? Да. Что планируешь дальше? Ну, планирую на следующей России выиграть первое место. Я тренеру уже пообещал, чтобы тренироваться усерднее и займу первое место на России.